У Евгения Дудалева самый благородный улов. Народный артист державы Вениамин Смехов. Высшего порядка интеллигент России. Это я похвастался. Разговоры о муках творчества. Слушали какой-нибудь рэп? Это была вылазка, это был прорыв, преображение старых истин. Прямых противостояниях. Сейчас есть это единодушие или нет? Могут постучать и куда-то увести. Я ни на что не намекаю. И в взаимовыгодном сотрудничестве. Рыночные отношения. Базарные, я бы сказал. Золотая рыбка. Вениамин Смехов. Доброе имя дороже звонкой масти. Смотрите в пятницу в 17:35 на телеканале «Москва. Доверие».